Алло. Алло. У меня ПК не тянет одновременно браузер с игрой. Ты чё? Походу пришло время свою ракетку запускать. И новый компьютер покупать. Чё за хрень? Чё за хрень? Давай гудеть! У меня комп как ракетка сейчас взлетит. И он гудит как черт просто. Как будто у меня не компьютер, а реактор какой-то ядерный стоит под жопой. Заканчивай, ну! Я не слышу, игру! Так, ладно. Если игра не улавливает звуки с вашего микрофона, так, ну и что, все. Следующий. 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 Как соло-разработчик я создаю проекты со страстью и самоотдачей. Я слежу за качеством и ясностью контента. Постоянно обучаюсь и в процессе. Из-за большого интереса к игре я решил самостоятельно перевести ее на 12 языков. Что оказалось нелегкой задачей. Я прошу вас отнестись с пониманием к любым недостаткам перевода. Я русский. Даже Китай на китайский перевел. На японский, на корейский. Гений. Что с меню, господи? Ой, боже. Что низший? Низший. Низший, низкий, средний, высокий, ультра. Это графика? Тут просто не написано. Ну пусть ультра будет. Что-то меню какое-то прям совсем не очень. Ни хрена тут разрешение можно поставить 3800. Уюта. Не, размытие, кстати, выбираем. Размытие я не люблю в играх. Уюта. Распознавание голоса у меня работает, на удивление. Mental Sav, спасибо тебе большое за две подарочные. Ай, кузнечик, спасибо тебе тоже большое. Но ультрах не потянет, низшее ставь. Да сам ты низший. Давай высокий. Начало. В игре будет только одно автосохранение. После Нет. этого все происходящее будет необратимо. Что? Пока вы не завершите Что? Когда вы поставите игру на паузу, игровой процесс не остановится. Что? Вы сможете только изменить настройки, но сама игра продолжится. Что? Я сделал это для того, чтобы вы не могли избежать страха в решающие моменты. Ах ты. Смерть от рук паранормального существа не означает, что вам придется начинать игру с нуля. Хотя и влияет на одну из трех концовок, которые вы можете разблокировать. Игра была создана одним разработчиком и длится около 2 часов. Удачи. Подожди. Если я выйду из этой игры, нам потом опять заново все проходить? Да ну. Чтобы получить максимальное удовольствие от игры, видишь, вы... Да. Начать опыт. Detective Wyatt, man, I can't Чё? believe I'm Детектив calling you. Уайт, я не могу I've поверить. been a А, я был huge большим fan of поклонником yours, вашей работы, особенно especially that того Sakamoto случая с case. Сакамото. The way Кто храпит? it was Your dedication is Тут текст не That's влезает. why I knew you were the right person Ходит to reach out легенда, to. именно поэтому я понял, что вы тот I've got человек. this У меня дома strange сложилась странная situation at ситуация, my которая не дает place, мне and that's покоя по been ночам. У меня экран замигал, и все зависло. Алло. Я, чтобы вы понимали, где-то в 2 метрах от компа нахожусь. Я чувствую жар от него, и вот прям. Привет, я много раз донатил тебе, но сейчас срочно нужны деньги. Можешь, пожалуйста, вернуть деньги со всех донатов? Ник аноним. Сидит. Да ты мне лучше все деньги свои отдай, которые у тебя остались, чтобы себе комп новый купил. Потому что это что-то совсем уже какой-то. Чё происходит-то? Ты чё, дурак что ли, а? Алё, дядя! Ящик сраный. Ну и чё ты завис? Поиграли. Я чё, реально на низших буду играть? Да ну. Да в смысле? А тут, кстати, можно еще игру запустить разными способами. Я не знаю, может, это как-то повлияет?
Тут можно запустить просто, можно запустить DirectX 12 и 11. Три? Давай 12 играть. Сейчас взорвется. Следующий. Гол сбор на новый. А все? Как ты сбор будешь делать? Так, давайте средние настройки все-таки, наверное, не будем. Да. Норм у тебя ПК. Ну, у меня нормально, я просто не знаю, что происходит. Ну, типа, он должен работать нормально. Детектив Уайт, man, I can't believe I'm talking to you. I've been a huge fan of your work, especially that Sakamoto case. Причем она не тормозит. В инете пишут, что проблема не с видеопамятью, а с оперативкой. У людей с 16 гигами оперативы не запускается. У тебя либо 16, либо 32, и большая часть оперативы была занята приложениями. Я все, я не могу играть вообще, то есть все. То есть все, даже на средних настройках. Еще, я не хочу на низших. 11 DirectX. Это пи***. Да. Так, ну память она жрет 13 гигабайт. 87% памяти у меня сейчас занято. Именно оперативной памяти 87% занято. Она сжирает, это параша сжирает 13 гигов. 13 гигов. Ну, что я могу сказать? Мой ПК VSEO. Давайте с 11-м попробуем. А? Какой файл подкачки, где его поставить, я не знаю. Давай низший оптим... О, а, что? Че? А? У Генсухи все норм. Ну, я, видишь, я не Генсуха. Я Хисуха. И у меня все через жопу. Detective Wyatt, man, I can't believe I'm talking to you. Она наоборот лагать начала. Причем графика не меняется. Что на высоких, что на низших. Your dedication is legendary, and that's why I knew you were the right person to reach out to. I've got this strange situation at my place that's been keeping me up at night. Well, Colton. О, мы продвинулись чуть дальше, ребят, по сюжету. Nice to meet you. Приятно познакомиться. Да храпеть. It's about Mrs. Susan, like I mentioned in the evening. Ой. The lady helping my pregnant fiance Kaylee with me around the house. We brought her in because she seemed very lonely. She's practically. Так, ну, в принципе, как бы понемногу мы двигаемся. Можно еще несколько раз так перезапустить и... И нормально, может так и до конца дойдем, реально. Jesus Good, спасибо тебе большое за переподписочку. Камхо, спасибо тебе тоже большое за переподписочку. Да иди с такими играми. Это вообще трэш. В принципе, у меня есть еще в запасе пару хорроров, которые точно будут работать.